Мило, не правда ли? Внешний вид сов всегда вызывает у человека умиление. Однако не стоит забывать, даже эти малыши – дикие птицы, и живут они по законам природы. Этих совят передали орнитологу Мирославу Бабушкину и волонтеру Оксане Деминой вот в таких коробках. Птенцов увидели у дороги рядом с лесополосой. Подумали, что совята потерялись, взрослых птиц рядом люди не заметили, малышей пожалели, решили спасти. При том, что птенцы были абсолютно здоровы. Вот эти двое съедают одного цыпленка суточного на двоих напополам. А они растут, им много надо. Плюс усов, видите, у птиц у них процессы метаболизма очень быстро протекают. Температура тела больше 40 градусов, поэтому у них так все очень стремительно. Поэтому едят они часто, много и вкусно. А если быть точным, Оксана кормит маленьких совят 5 раз в день. Малыши растут по часам. Каждый день, проведенный с человеком, для птицы снижает шансы на выживание в дикой природе. Очень распространенная ошибка людей в том, что они считают, что эти птенцы, они как бы потерялись, пропали, умрут, их никто не кормит. Но начнем с того, что днем совы, большинство сов практически никогда не кормят своих птенцов. В это время они просто где-то прячутся, ведут такой полускрытый образ жизни. Поэтому, конечно же, птицу находят, птенца находят, он весь такой сидит один, мамы и папы нет, мама, папа его контролируют, конечно, но рядом его нету. То есть нету процесса кормления, как у нормальных птиц дневных. Вот, поэтому совы чаще всего вызывают, во-первых, такое, скажем так, благодушие, жалость, потому что они очень внешне выглядят очень так обаятельно, да, и всегда люди хотят им помочь. Каждый день они чему-то научаются. Это для них очень-очень важный возраст. Вот, поэтому даже один день, проведенный не в природе, а с человеком, он для них очень чреват, очень опасен. Да. Первый год жизни он очень сложный для всех птиц, животных, для всех. Вот. И есть такие данные, да, что до 70% вот, зверей, оно уходит, не переживает первый год жизни. Вот. У ребят, которые взрослели с человеком, у них вообще этот процент, он сводится к 100% того, что они не смогут вернуться в природу. Этим ребятам они в том возрасте, когда им надо двигаться, поэтому они готовы бегать и бегать. Мы гуляем частенько, каждый день гуляем, вот, потому что движение – это, в принципе, ну, одна из важных составляющих их роста. Для того, чтобы мы мышцы развивались, для того, чтобы крылышки махали, для того, чтобы ребята двигались, ползали. Вот такая гимнастика. Это важно, это нужно, крылышками махать, да. В природе это ветер или какие-то другие препятствия, да, А еще очень важно, подчеркивает Оксана, чтобы эти малыши научились бояться человека. К сожалению, большинство встреч с людьми для диких птиц заканчиваются печально. Начало июня – жаркая пора с точки зрения обнаружения птенцов. В это время малыши еще не умеют летать. Часто выпрыгивают из гнезда, к примеру, совята вообще могут удаляться от гнезда на несколько сотен метров. И это нормально, говорит орнитолог. Родители их контролируют, они их кормят. Например, крик ушастых сов, совят, слышен на несколько сотен метров, до километра, потому что они расходятся по гнездовому участку родителей, и родители могут даже, не пересекаясь друг с дружком, кормить каждый там своих, скажем так, подопечных птенцов, да, своих детей. Поэтому это абсолютно нормально, когда птенцы, находясь в природе, ну, может быть, выглядят жалко еще, не надо их спасать, потому что это не что иное, как просто, ну, по аналогии забрать ребенка на глазах у мамы из песочницы, да? Теперь будущее совят зависит от того, насколько быстро специалисты найдут птенцам новую семью. Малыши должны видеть пример взрослых особей, иначе не выжить. Нужно показать птенцам, как охотиться. То есть мало их кормить,
Они должны научиться, они должны смотреть, как взрослые птицы добывают себе корм, как они себя ведут в случае опасности, что делать, если ты видишь человека, что делать, если ты видишь ворону. Это всему нужно научиться. Сначала этих совят планировали подсадить к известной паре в Дарвинском заповеднике. Но в этом году на охраняемой территории ушастые совы не гнездятся. Высокий уровень воды, мало корма в виде грызунов. В итоге птенцов приняли в реабилитационном центре Санкт-Петербурга. Там живут несколько взрослых особей, а значит, шансы на успешное возвращение совят в дикую природу есть. В природе все сбалансировано, и они знают, как им выживать. Они знают, почему они здесь, в данном случае, одиночные, в таком образе, да, жизни живут. Это генетически заложено. Вот, поэтому ни в коем случае эти птиц не нужно забирать. Нужно, имеет смысл забирать только птиц, если у них есть какие-то видимые травмы, деформации, абсолютно какое-нибудь аномальное поведение, допустим, птица лежит, или она не может подлететь при виде человека, да, или она не может там убежать, то есть явно у нее какая-то есть травма. При этом, да, нужно брать и то, обязательно понимать, какой у вас алгоритм действий. То есть вы берете, не чтобы сказать, я не знаю, кто это, не знаю, что с ним делать, да, а уже имея в голове план, как я смогу этой птице помочь. Я смогу помочь, не орнитолог, а именно человек, который берет на себя ответственность. И мой совет, если вы нашли, вот для себя решите, можете ли вы лично взять ответственность на то, чтобы вылечить эту птицу и вернуть ее в природу. Потому что я и мои коллеги, да, мы не можем взять всех птиц, а поступает сообщение в день там, по 5-7, это как минимум. Вот. И самое главное, чтобы понять, что если вы берете, то вы берете с ответственностью. Голодненькая птичка, да? Голодненькая птичка, голодненькая. Вот, давай кушай. Все, сытая. Поела. Чем вы ее кормите? А тут смесь идет, белковое детское питание с насекомыми, все в блендере перемолото. То есть это птица насекомоядная, поэтому питание белковое должно быть. Как раз данный экземпляр – показатель того, когда действительно птице нужно оказать помощь. Гнездо провалилось в вентиляционную трубу, и, естественно, родители никаким образом не могли уже добраться до птенцов и кормить их. Птенца трясогузки ветеринарный врач Наталья Кордос выкормит, разлетает на дачном участке и выпустит в природу. В этом случае помощь птице со стороны неравнодушных людей оказалась не медвежьей услугой. Можно разделить всех птиц на основные три группы, которым нужна всегда помощь. Это вот такая группа достаточно узкая, стрижи. То есть эти птицы, оказавшись на земле, уже без помощи человека не смогут подняться в небо. У них слишком короткие лапы, и независимо от того, птица получила переломы, либо она просто упала, все, то есть она уже без помощи человека никак не вернется в дикую природу. Такую птицу нужно брать обязательно, звонить специалисту, чтобы получать, опять же, консультацию по поводу того, чем кормить до момента приема, как обеспечить место для того, чтобы птица не травмировала свое оперение, потому что как раз для стрижей это очень актуально, у них очень длинные крылья. И если будет слишком узкое пространство, либо неправильно птица будет в пространстве расположена, она может крылья себе обломать, и даже не имея никаких переломов, она полететь уже не сможет. Вторая группа как раз птенцы. В 95% случаев помощи им оказывать не нужно, подчеркивает Наталья. Причем у некоторых видов птиц кормят птенцов не только их родители, но и другие особи. То есть, вот пример, дрозды. То есть, даже если дрозд обнаружит птенца не своего, он его тоже кормить будет. Третья группа – взрослые птицы. Здесь человек чаще всего встречается с травмированными особями. Да, жалко, но давайте вспоминать все уроки биологии и вспомним о таком понятии, как естественный отбор. Слабая особь в природе, она всегда является чьей-то добычей. То есть она даже после восстановления, даже если сделать реабилитацию по максимуму птицы, вернувшись в дикую природу, она все равно будет слабже, чем свои сородичи. Естественно, она будет первая подвержена какой-либо опасности. Когда начинаешь человеку говорить, что не берите птицу, начинаются какие-то обвинения, вы же орнитологу должны помочь, я должен не мешать. Да, и специалист, который понимает это, он оценит то, что
животное должно жить в природе все-таки изначально, а не с человеком, тем более человеком, который не знает. А вообще мой совет, если не знаете, что делать, сейчас очень много информации в интернете, просто там птица средних размеров, там сломанное крыло, что делать, да? Может, какую-то первую помощь оказать. Статей очень много написано. Есть специально и реабилитационные центры, и центры помощи диким животным, которые специально публикуют информацию по сезонам. Там, не берите птенцов ни в коем разе. Они живут по своим законам, законам природы. А популяция того или иного вида – это абсолютный баланс, установленный уж точно не человеком.